Вот там вот. Где натаска? Втаскивает бревно. По этим зубам уже идет раскрыжовка. Здесь включаешь вперед, либо назад. Здесь педаль жмешь. Крутится. Включаешь в другую сторону, жмешь, крутится. Вот, бревно подтягиваешь до упора. Это вот шинная, торцовка шина снята. Двигаешь ручку, она включается, отпиливается. Здесь сделали от компрессора, было от гидравлики, сделали это воздушное, чтобы не мучиться. Ручку поворачиваешь, и бревно скинуло. Ручку отпускаешь, она отпустилась обратно. И процесс такой же. Кнопку нажал, подъехала, выключил. И здесь опять педальку нажал, бревно покатилось.